реанимация в Германии или как зиму снимали летом. Поехали. Эти швы на животе умирающего пациента явно ставил коронавирус. Съемки актуальны 9 февраля этого 2021 года. На Германию нахлынула вторая волна коронавируса. Это прибор вентиляции легких. За окном у нас листва на деревьях. У нас февраль месяц, и от Мюнхена мы не так далеко. Всего-то 150 километров на запад, а у нас лежит снег. Из-за наличия больных коронавирусом больницы так и не могут остаться пустыми. Реанимация одной из клиник Мюнхена борется за жизнь умирающих пациентов. Медицинский персонал работает на грани своих возможностей. Но в Мюнхене даже в феврале 2021 года деревья за окнами остаются зелеными. А медицинский персонал задолбался. В следующих своих роликах я продолжу вам рассказывать, как делаются все наши новости. Как писалась наша история. Но в Мюнхене в феврале месяце на кронах деревьев зеленая-зеленая листва. Вам никогда не покажут истории болезни лежащих здесь, умирающих на койках людей. А также никто не скажет, с каким же заболеванием попали они сюда, в реанимацию Мюнхена. Благодарю. Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, делать знают, прививку. Что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев, это также поможет распространению.